Иван Сергеевич Тургенев. Собака. Нас двое в комнате, собака моя и я. На дворе воет страшная неистовая буря. Собака сидит передо мной и смотрит мне прямо в глаза. И я тоже гляжу ей в глаза. Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая. Она без слов. Она сама себя не понимает. Но я ее понимаю. Я понимаю, что в это мгновение и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы торжественны. В каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом. И конец. Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет, это не животное и не человек меняются взглядами. Это две пары одинаковых глаз, устремлены друг на друга. И в каждой из этих пар, и в животном, и в человеке, одна и та же жизнь жмется пугливо к другой.